армянская фамилия, коренные и заимствованные основы. Термин «азганун» в армянском языке представляет собой специфическую формулу «азг» – род плюс «анун» – имя, которая образовалась во второй половине XIX века, когда в армянской среде еще были живы традиции кровного родства. Армянскую фамилию можно сформулировать как общее наименование людей, объединенных кровными узами по мужской линии. Источников происхождения армянских фамилий можно поделить на несколько. Первое. От имен собственных. История такого наименования свидетельствует о том, что имя собственное всегда выступало одним из основных источников формирования фамилий. И не случайно, что в основах наименования многих армянских фамилий представлены все слои собственных имен – распространенные и, наоборот, редкие дохристианские и постхристианские варианты. Например, Хайк – Хайкян, Арам – Арамян, Хайказ – Хайказян, Герам – Герамян, Аргам – Аргамян, Вараг – Варагян, Карапет – Карапетян, Атом – Атомян, Сероп – Серопян, Месроп – Месропян, Гарегин – Гарегинян и так далее. Второе. Фамилии, в основе которых лежит достаточно точная смысловая характеристика. Можно выделить следующие смысловые группы. Внешние и внутренние, только подчеркнуто положительные особенности индивида. Каджикян – Кадж – храбрый. Хрячян – хряча – человек с пламенными глазами. Хажакян – хажак – голубоглазый. Цолакян – цолак – с лучистыми глазами. Варткесян – варткес – от армянского варт – роза, гес – хвост кометы, шлейф. Азатян – азат – свободный. Партевян – партев – богатырского сложения. Сирунян – Сирун – красивый. Перчан – перч – роскошный. Назанян – назан – грациозная, нежная. Сиреканян – возлюбленный. И так далее. Природа – природные явления. Астрикян – астах – звезда. Шарикян – Шах – роса, Шогерян – шогер – лучи, Люсинян – люсин – луна, Арегян – арег – солнце, Гарунян – гарун – весна, Цованян – цов – море. Флора и фауна. Гарникян – гар – ягненок. Базеян – базе – сокол. Езникян – ез – вол. Варужанян – варужан – самец – птиц. Сохакян – сохак – соловей. Цагикян – цагик – цветок. Мехакян – мехак – гвоздика. Масурян – масур – шиповник. Царукян – цар, дерево. Шушанян – шушан, лилия. Затыкян – затык, божья коровка. Предметы и цвет внешнего мира. Капутыкян – капуйт, синий. Севикян – сев, черный. Каначан – канач, зеленый. Ваганян – ваган, щит. Шакарян – шакар, сахар. Паруирян – паруир, виток. Мегриян – мегр, мед. Семейные и человеческие отношения, титулы.
Ишханян, Ишхан, князь. Патваканян, Патвакан, почетный. Такворян, таковор, царь. Папикян, папик, дедушка. Хайрикян, хайрик, отец. Торникян, торник, внук. Андраникян, андраник, первенец. Манукян, манук, дитя. Авакян, авак, старшина, старейшина. Церунян, церуни, старик. Особо стоит выделить фамилии, имеющие особые стилистические, исторические и даже религиозно-обрядовые оттенки. Такие фамилии, как Навасардян, Навасард, первый месяц древнеармянского календаря, соответствует августу. Харутюнян, Харутюн, воскресение Христово. Хамбарцумян, Хамбарцум, вознесение. Аветисян, Аветис, благая весть. Аствацатурян, Аствацатур, Богдан или Богом данный. Макартумян, Макартум, крещение. Макартчан, Макартич, креститель. Галастян, Галуст, пришествие. Хачатрян, Хачатур, данный крестом. Карапетян, Карапет, предтеча. Собственные имена, служащие основой таких фамилий, всегда были символичными и священными для нашего народа. В них заложена особая поэтичность. Отдельной группой являются фамилии, основанные на заимствованных из других народов собственных имен. Среди заимствованных армянских фамилий по признаку наименования особо выделяются иранские – Гюльбудахьян, Гюльназарьян, Тилянян, Наринян, Арушанян, Нубарьян, Джухарьян и так далее. Сами персы после принятия ислама забыли эти собственные имена, и они остались в армянской среде и стали восприниматься как свои собственные, например, Аршакян, Суренян, Мигранян, Багратян, Гургенян и так далее. Древнееврейские и библейские – Исахакян, Согомонян, Торгомян, Сахакян, Манасян, Ериазарян, Еремян, Самсонян и так далее. Греческие – Арсенян, Мартиросян, Маркосян, Погосян, Петросян, Тадевосян, Барсерян и так далее. Арабские заимствования – Искандарян, Сулейманян, Насибян, Баласанян, Карамян и так далее. Основы фамилий со значением должности, чина и топонима. В системе армянских фамилий определенное место принадлежит корням, указывающим на должность, ранг или чин. Эти корни в основном подразделяются на четыре группы. Первое. Слова, указывающие на должность. Танутерян, танутер, староста, села, деревни. Горцакалян, горцакал, агент. Джерпетян, джерпет, мираб, распределитель воды. Датаворян, датавор, судья. Газирян, газир, сельский посыльный. Максапетян, Максапет, начальник таможни. Калантарян, Калантар, начальник полиции, градоначальник. И так далее. Второе. Основы, указывающие ранг или чин. Устян, уста, мастер. Варпетян, варпет, мастер. Чаушян, чауш,
десятник, надсмотрщик. Капитанян – капитан. Офицерян – офицер. Махлибащан – махлибащи, околоточный. Экимбащан – акимбащи, главный врач. Устабащан – устабащи, старший мастер. Игитбащан – игитбащи, лидер храбрецов. Юзбащан – юзбащи, сотник. Топчибащан – топчибащи, главный оружейник. И так далее. Третье – титул и почетное звание. Алеворян – алевор, старец. Тавадян – тавод, князь. Паронян – парон, господин. Агаян – ага, хан, князь. Мецатунян – мецатун, богач. Ходжаян – ходжа, хозяин, учитель. Азнавурян – азнив, благородный. И так далее. Четвертое. Фамилии, образованные от церковных и религиозных номенов. Терян, Терюян, Тер – отец. Тертерян, Тертер – поп. Варжапетян, Варжапет – учитель. Вартапетян, Вартапет – церковный сан. Саркавакян, Саркавак – диакон. Еретян или Иритян – Ерец и Ерей. Жамхарьян, Жамкочьян, Жамхар, Жамкоч, звонарь. Ганзапетян, Ганзапет, казначей. Хаджян, Хаджи, паломник в Мекку. Махтесян, Махтеси, паломник в Иерусалим. И так далее. Сформированными на географической основе считаются фамилии, в которых между корнем фамилии и окончанием фамилии расположен топонимический суффикс «ати», «эти», «ти», «ц». Например, «зейтунтян» – «зейтун» – топоним «место» плюс «ти» – суффикс плюс «ян» – окончание фамилии. Употребление топонимов в системе армянских фамилий имеет долгую историю. С древнейших времен в формуле наименования лица, наряду с отчеством, широко применялись географические названия. Нерсес Артишатети, Нерсес Артишатский. Сахаг Манаскерци, Саак Манаскерцкий. Хад Карнети, Хад из Карина и так далее. Начиная с IV века, применение топонимической составляющей становится в основном привилегией высшего сословия или духовенства. Примечательно, что простые люди в качестве награды за выдающиеся заслуги перед церковью получали право носить топонимическую фамилию и именоваться названием места жительства. По форме и смыслу фамилии с топонимическими основами можно разделить на две группы. Фамилии с суффиксами «ати», «эти», «ти», «ц». Ардагантян, Асладзортян, Бингёльтян, Байбуртян, Басентян, Ганзетян, Гомтян, Еревантян, Зейтунтян, Лоретян, Хоетян, Карсетян, Кахсвантян, Канантян, Мышетян, Мукатян, Сасунтян, Стамбультян, Ванетян, Трапезунтян и так далее. Второе. Основы без суффиксов. Балуян, Баязетян, Бахщян, Ерзенкян, Тохатян, Эрзрумян, Джахукян, Тарунян, Озанян, Манташян, Шамхорян, Чалдранян, Хримян, Шарурян и так далее. Сбор и изучение родовых имен – чрезвычайно важное дело, не терпящее отлагательств.
поскольку они, родовые имена, представляют большую этнографическую общекультурную ценность. Несмотря на то, что существует множество ценных трудов, посвященных этой тематике, тем не менее, огромное количество фактов этой уникальной системы по сей день окутаны тайной. Обращения и прозвища в качестве корней фамилий. Каждый армянин с благоговением относится к воспоминаниям, связанным с его предками, и может часами рассказывать о замечательных людях своего рода. Армяне с гордостью и большим чувством достоинства носят фамилию, доставшуюся им в наследство от своих предков. Наряду с собственными именами основу армянских фамилий создают фольклорные, разговорные варианты собственных имен. Иногда даже от одного литературного имени формируются различные варианты. Например, Аствацатур наряду с Аствацатуряном, Асатурян, Цатурян, Татурян, Бахдасар наряду с Бахдасаряном, Бахдоян, Бадиян, Багиян, Хачатур наряду с Хачатряном, Хачанян, Хэчинян, Хэчимян, Чатинян, Чатян, Харутюн наряду с Харутюняном, Харутян, Артинян, Атхинян, Тунян и так далее. У армян принято при обращении человеку в разговорной речи называть его сокращенное имя. Обращения иногда формируются при помощи частиц «о» или «е». Частица добавляется к первому слогу собственного имени. Карапет – «каро», Ерьязар – «еро», Хайрапет – «харо», Андраник – «андо», Саркис – «сако». И в таком виде формируют фамилию. Примеры. Давид – «давоян», Карапет – «керпеян», Даниэль – «Даноян», Хованес – «Ховеян», Макартич – «Макоян», Мартирос – «Мадоян», Петрос – «Петоян», Согомон – «Согоян». Не новость, что при обращении у армян большое место занимали прозвища, которые не могли не иметь воздействия на формирование фамилий. С раннего средневековья и особенно начиная с 7-8 веков знаковым становится применение прозвищ для представителей духовенства, так называемых мудрецов – переводчик, чудотворец, философ, непобедимый, толкователь, благодатный и так далее. Среди широких масс народа более привычно применение прозвищ. Так, представители рода Гдланг – низкорослые люди, Гдл – маленького роста, Шеканг – шек, русый, Цитанг – субтильный, Цит – птичка, Чопуранг – имеют рябую кожу, Чопур – рябой, Параванг – долгожитель, Парав – старик. Прозвищные основы фамилий подразделяются на несколько групп. Связанные с наружностью, которые подразумевают достоинства или недостатки внешности. Хоротян – хорот, красивый. Маральчан – мараль, олень. Шимшатян – шимшат, стройный. Утмазян – утмаз, бесстыжий. Шекоян – шек, русый. Севикян – сев, черный. Мавян – мависакалян, мав – синий, голубоглазый. Размеры тела, наличие или отсутствие физической силы. Ерганян – еган – длинный. Аждагарян – аждага – великан. Мецоян – мец – большой. Пучурян – пучур – маленький. Карчикян – карч – низкорослый. Мандрикян – манер – мелкий. Гомшоян – гомеш – буйвол, мужлан. Пасликян – паслик – сопливый. Бошикян – бош – слабый. Физические недостатки. Кагян – топалян, каг – топал – хромой. Кузикян – кузик –
– горбатый. Карнатян – карнат, безрукий. Такмазян – такмаз, один волос. Косакян – кос, редко бородый. Личные качества, черты характера, которые, в свою очередь, включают человеческие достоинства и недостатки. Каджворян – кадж, храбрый. Гельхехтян – гельхехт, волкодав. Хочиян – хоч, упрямый. Чакнаветян – чакнавет, аскет, отшельник. Рештакян – рештак, ангел. Чартарян – чартар, искусный. Чашмаритян – чашмарит, истинный. Шатахосян – шатахос, болтун. Залумян – залум, расторопный. Прозвище, данное человеку, раскрывает его взаимоотношения с окружающими и философию жизни, наполненную народным юмором. База армянских имен и фамилий формировалась на протяжении тысячелетий и совпадает с историей формирования и жизни армянского народа. В древнейший период употреблялись чисто армянские именные корни, такие как Арегян, Арнакян, Сисакян, Мамиконян, Хусикян, Араратян и другие. Христианство принесло с собой не только собственные имена, но и способствовало созданию новых армянских имен и фамилий. Например, Терунян, Тирятурян, Хайрапетян, Хачикян, Хачумян, Сагмосян, Тонапетян, Мецатурян, Манасян, Харутюнян, Хамбарцумян, Аветисян, Мкртчян и так далее. Необходимо учитывать, что активное формирование армянских фамилий приходится также на период персидского и турецкого господства 18-19 века и не могло оставаться в стороне от навязываемого воздействия властителей. В этот период некоторые корни, не соответствующие армянским языковым нормам, становятся частью армянских фамилий. Хан, Султан, Оглы, Мирза, Хаджи и так далее. Армянский народ, с одной стороны, стремился сохранить свою идентичность с традиционными именами, с другой стороны, отдавая дань варваризмам, был вынужден внешне адаптироваться к создавшимся условиям. В корнях фамилий большая доля принадлежит неизменным или прямым собственным именам. Однако среди основ армянских фамилий также можно встретить следующие варианты собственных имен. Ласкательно-уменьшительные, призывные, разговорные, сокращенные. Среди них большая доля принадлежит ласкательно-уменьшительным собственным именам, которые формируются с помощью суффиксов «ик», «уш», «ул». Суффикс «ик» обычно добавляется к сокращенным именам. Ачикян, Авикян, Артикян, Бахтикян, Багтикян, Беникян, Дерикян, Ерикян, Ерикян, Татикян, Хорикян и так далее. Реже встречается применение суффиксов «уш» и «ул», которые еще более изменяют имена и отдаляют от основных собственных имен. Например, Артюшян, Арташес, Арташир, Гарюшян, Гарегин, Такушян, Тагухи, Сакулян, Саркис, Такулян, Таковор, Апульчан, Абгар, Абрахам и так далее. Основы армянских фамилий со значением рода деятельности и ремесла. Искусные, талантливые мастера всегда имели большое уважение и почет у армян. Некоторые основы фамилий отражают те сферы жизнедеятельности, в которых были заняты армяне в период массового распространения фамилий – конец XVIII – начало XX веков.
Основы фамилий, связанные с именами ремесленников, по смысловому определению отражают ремесло, занятие, профессию или определенные навыки человека. И такие фамилии имеют следующие суффиксы. Горд, арар, чи, джи. Например, гинегортян, гинегорд, винодел, жамагортян, жамагорд, часовщик, санрагортян, санер, расческа, сырчарарьян, сурч, кофе, карташьян, карташ, каменотес, пайтахатян, пайтахат, дровосек, хацтухьян, хацтух, хлебопек, джрагацпанян, джрагацпан, мельник, нахшкарьян, нахшкар, маляр. Фамилии с суффиксами чи, джи имеют турецкое влияние. Например, гуюмджан, гуюмджи, ювелир, демирчан, демурчи, кузнец. Обобщая фамилии по происхождению от названия профессии, их можно разделить на следующие группы. Ремесла, связанные с пищей. Хацагортян, хац, хлеб. Шарбатчан, шарбат, сироп. Мясникян, мясник. Бастурмачан, бастурма, блюдо армянской кухни, вяленая вырезка из говяжьего мяса. Кебабчан, кебаб, армянское блюдо в виде продолговатой котлеты, обжаренной на шампуре. Толмаджан, толма, армянское блюдо, представляющее собой начиненные мясом листья винограда или овощи. Плавчан, плав, плов. Алваджан или халваджан, халва. Ремесла, связанные с бытовыми предметами. Сандухчан, сандухк, лестница. Сапонджан, сапо, мыло. Махчан, мах, сито. Чувальджан, чувал, мешок. Свахчан, свах, штукатурка. Кендирчан, кендир, веревка. Кёмурчан, кёмур, уголь. Момджан, мом, свеча. Казанчан, казан, кастрюля. И так далее. Ремесла, связанные с производством одежды и ткани. Чухаджан, чуха, сукно. Шальджан, шал, шаль. Шалварчан, шалвар, брюки. Фесчан, феска, головной убор. Басмаджан, басмачи, производитель, продавец ситца. Иликчан, илик, веретено. Читчан, чит, ситец. Мазманян, маз, волос, шерсть. Манель, ткать. Бамбукчан, бамбак, хлопок. Папахчан, папах, папаха. Ремесла, связанные с работой по металлу, ювелирным и оружейным делом. Арцатпанян, арцат, серебро. Джавахирджан, джавахир, драгоценные камни. Твангчан, тванг, ружье. Топчан, топчи, ружейник. Налбандян, нал, подкова. Чилингарян, чилингар, слесарь. Ремесла, связанные с кожевенным, сапожным, красильным делом. Кашегортян,
каши, кожа. Дабагьян, дабаг, тубильщик. Паланджан, палан, вьючное седло. Семерджан, семерджи, сидельщик. Казумджан, казумчи, гравировщик по металлу. Машикян, машик, домашние туфли, тапочки. Месчан, месчи, человек, который шьет домашние туфли. Неркарарян, неркарар, красильщик. Бояджан, боячи, изготовитель краски. Ремесла, связанные с обработкой камня, дерева и табака. Карханян, карган, работник каменоломни. Каракопян, каракоп, каменотес. Атахцагортян, атахцагорц, плотник. Хазманян, хаз, гравюра. Таникхагортян, таникхагорц, кровельщик. Тутунджян, тутун, табак. Чахмачян, чахмах, кремень. Чебухчан, чебух, трубка для курения. Также существует множество фамилий, отражающих другие профессии их владельцев. Например, апакегортян, апакегорц, стекольщик. Брютян, брут, гончар. Харатян, харат, токарь. Джулхакян, джулхак, ткач. Дарпинян, дарпин, кузнец. Наджарян, наджар, плотник. Дургарян, дургар, столяр. Заргарян, заргар, ювелир. Арцатагортян, арцатагорц, серебряных дел мастер. Бжишкян, бжишк, доктор. Хекимян, хеким, знахарь. Зурначан, дудукчан, зурна, дудук, армянские духовные инструменты. Дапирян, дапир, книжник, грамотей. Диванчан, диван, архив, канцелярия. Таваратян, таварат, пастух. Шинаканян, шинакан, строитель. Берберян, бербер, парикмахер. Далакян, далак, банщик. Мачкалян, мачкал, пахарь. Восканян, воскан, охотник. Также в корне фамилии может быть слово «золото» – «воски».